Открыта первая очередь оптово-распределительного центра, расположенного в 36-м микрорайоне Актау. Здесь можно одновременно хранить 40 тысяч тонн продукции. В церемонии открытия принял участие аким области Нурдаулет Хылыбай и пожелал успехов в работе проекта, реализованного по поручению главы государства. Подробнее смотрите в следующем сюжете. На четырех складах в оптовом распределительном центре будут храниться 40 тысяч тонн продукции. На земельном участке площадью 8 гектар готовый сухой склад на 10 693 тонны, климатические склады на 30 тысяч тонн. Центр позволит решить ряд проблем в регионе, где более 80% продовольствия транспортируется извне. Мы работали над решением задачи через поддержку предпринимателей, в частности, предоставление земельного участка для строительства центра, снижение ставки кредитного вознаграждения в банке второго уровня при реализации проекта. После полноценного запуска проекта предпринимателю будут субсидированы затраты. Сегодня мы свидетели открытия самого крупного на территории страны проекта, первого этапа Актауского оптово-распределительного центра. Это открывает новые возможности для предпринимателей области и поставщиков из других регионов. В свою очередь, увеличение количества продовольственных товаров на рынке приведет к стабилизации их стоимости. На территории оптового распределительного центра 5 зданий. Предусмотрены 4 сухих склада, мультикамерные холодильные склады, морозильные камеры. Стоит отметить, что место размещения центра выбрано не случайно. Есть удобный выход на близлежащие районы. Холодильник на 6 тысяч квадратных метров, морозильник 2640 квадратных метров, сухой склад на 3360 квадратных метров. Общая проектная стоимость составит 40 тысяч тонн продукции. По данным анализа, 80% потребностей региона в хранении продуктов питания мы можем удовлетворить через проект. В рамках второго этапа ведется возведение двухэтажного оптового рынка, строительство которого завершено на 90%. Полностью проект планируется завершить во втором полугодии 2024-го. После запуска торгового рынка местным сельхозтоваропроизводителям будут предоставлены торговые места. Это, в свою очередь, позволяет продавать продукцию без посредников, тем самым положительно влияя на стабилизацию цен для потребителей. Асель Каншерова, Саламат Каипов, Дидар.